Дорогая милочка, они сбежали! Госпожа, госпожа! Они, госпожа, что такое? Они сбежали! Она сбежала! Они сбежали! Кто? Заключенная вот эта, как ее, Лина сбежала! Что? Как это? Госпожа, я не виновата! Быстро все сюда! Что случилось? Что за фигня? Что случилось? Это Лина сбежала! Быстро на поиски ее! Есть, сэр! Эштон, а куда ты меня ведешь? Не волнуйся, ты в безопасности, я тебе клянусь. Пойдем. Ну хорошо. Давай передохнем. Ну давай. Пойдем, там есть площадка. Ура! Ну как тебе, нравится? Да, можно хоть передохнуть. Ну, раз уж у нас есть время для отдыха, давай поговорим о чем-нибудь. Расскажи мне о себе. Или я тебе расскажу о себе. Давай. Меня зовут Лия. И меня зовут Лина, а ты перепутал. Ой, прости. Меня зовут Лина. Мне 17 лет, и я не знаю, за что меня посадили. Они думают, что я якобы там убила сына какого-то там миллиардера, миллионера по имени Джек. Но я его вообще не убивала, они меня просто обклеветали. Я знаю, что ты не стала бы никого убивать. Правда? Ну, конечно. Ты же такая добрая. Ты тоже очень добрый. Скажи, почему ты меня спас? Ну, как почему? Потому что ты ни в чем не виновата. Я должен был помочь невинной девушке. Ой, ну ты даешь. А что, если нас поймают? Не поймают, потому что я же с тобой. Я не дам тебя в обиду. Ну что ж, пошли, мы дальше отправляемся в путь. Хорошо. Ну давай, пошли. Я иду. Так, так, заходи. Оу, где-то мы? В моей квартире. Да, насчет обоев их обставляла сестра, когда это была квартира моей сестры. Но сейчас она переехала далеко-далеко, и она дала мне хату. Понятно. В общем, ты здесь будешь жить. Да, ты, короче, будешь жить со мной. Оу. Да не парься, все хорошо. А вдруг ты какой-нибудь извращенец? Да что ты так, как это? Я не извращенец, я нормальный. Давай, пошли. Ладно. В общем, квартира у меня, конечно, маленькая, но для нас хватит. Это наша кровать. К сожалению, мы будем спать в одной кровати. Да не бойся, ничего не будет. В общем, пока ты тут осматривайся, тут есть как бы туалетный столик или что-то типа такого. Ну, в общем, есть все, где можно как бы жить. Здесь все есть. Хорошо. Ладно, ты пока что поспи, я пойду в магазин, куплю, короче, еду, и да, я тебе куплю одежду. Что, не надо? Нет, надо, ты пока давай иди спи, я пошел, короче, пока. Я скоро приду. Окей. Ну что ж, надо поспать. Эх, поспать, что ли? Теперь у меня есть свой Инстаграм. Заходи, подписывайся и ничего не пропусти. Ссылка в описании.